Re, viss ēters ir te. Даугавпилсы больше не рожают. В местной больнице, по крайней мере, до понедельника закрыто родильное отделение. Многие врачи заболели COVID-19, другие не могут работать из-за слишком частых дежурств. Роженицы из Даугавпилса будут возить в Прейли, Резекне или Екапилс. В тяжелых случаях, когда есть риск осложнений, роженицу повезут в одну из региональных латвийских больниц. Я решил, что немножко более дальше транспортировка может меньше навредить как роженице, так и потенциально новорожденному, в случае, если здесь будут обеспечивать 24/7 дежурства один коллега. Нужно понимать, что ни одна из рожениц или новорожденных не останутся без присмотра. Их сейчас ведут, приезжают, за ними присматривают акушерочки, на средний персонал, плюс приезжают, делают обходы и подправляют рекомендации неонатолог и тот самый акушер, доктор. Все деточки, дети у нас, в принципе, под присмотром. Именно в понедельник мы будем тогда уже решать, собираться сразу с утра после врачебной пятиминутки о возможностях возобновить нашу именно радовспомогательную помощь.